вещи. Мадай Бачи. Обманная техника. Голову, естественно, соперник поднимает руки. Естественно, правильным образом реагирует. Он не заставит, вы должны поднять руки. То есть движение один колена. Один раз ударить надо. Потом. Можно один раз ударить. Следующее движение. Выносим колено. Меняем ступню. Переносим у Широги. После у Широги идет Хизагири Джуран. Если соперник высокий, мы после колена вносим Малашихи. Если соперник высокий, тяжело достать колено, мы наносим малышку. А вот если соперник одного роста или поменьше, очень удобно бить колено. Да. Пробиваем удар корпуса в Широгири, останавливаем немножко и наносим удар в голову. Первое движение помощи и потом. Если соперник высокий. Все понятно. Самое главное – обманное движение. Виктор Сан. Thank you.